Labdien, mani sauc Ilgvars, un šodienas video tēma būs pneimatiskā pistola Makarovs MP654K 4,5 mm. Runāšu video krievu valodā, kā man sanāks, to jūs novērtēsit. Итак, сегодняшнее видео тема будет пневматический пистолет Макаров MP654К. Made in Russia, Байкал. Этот пистолет без блаубека, но с подвижной затворной рамой. Подвижная затворная рама, это просто тут как для красоты. И есть и задержка, которая работает на подвижную затворную раму, и тоже срабатывает. Это пистолет полного размерной разборки. Разбирается так же, как настоящее оружие. Магазин вынимается с такой пружиной. Нажал, убрал полноразмерный магазин. Для места газобаллона и для зарядки круглые шарики 4,5 мм. Тут я хочу обратить внимание, что этот пистолет уже не новенький. Я его был разобравшийся и все механизмы очищал. Было очень ржавое, грязное. Но я его поменял на свой пистолет HK-45 Hetzler и Хокс по той причине, что она это чисто все металл, оружейный сталь. Она еще, думаю, какого-то 90-го года выпуска. Точно я не могу сказать, какого года, но так приблизительно, я думаю. Потому что по виду она очень-очень-то старенькая, да? И тут по металлу смотря, он такой немножко как зеленоватый стал. И тут весь вроде бы как зеленоватый был. Это я очистил всякими пастами. И смотря на ствол, ствол вроде бы так нормальный, вычистил, все нарезы, все есть. Но есть очень изношенные. Проверял я таким способом. Взял пульку и вставляя ствол, пулька просто без какой задержки выпадает, как через пустое место. Я думаю обратиться к токарю, чтобы он мне сточил новый ствол, гладкий, которого я сам дошлифую до нужного размера. И пистолет будет тогда очень хороший, потому что этот металл
есть очень крепкий этот пистолет, служить будет очень долго, если ее так постепенно смазать и удержать хорошее состояние. Спусковой крючок тоже болтается. Тут я думаю, что придется еще раз разобрать и поставить куски от кембрика, как уплотнитель, чтобы не было этого свободного хода. И магазин я немножко разобрал насчет этого клапана, поменял там новый ремкомплект и резины. Сейчас нигде не травит и очень легко, даже без каких трудов, не надо прижимать баллон. Так немножко прикрутил пальцем, и он даже держится. Эту твинт я тоже думаю, пойду я в строительный магазин, куплю. Будет покрасивее, и что так красивенько тут выглядело. Насчет перепуска я тут смотря насчет света, и пальцем можно чувствовать, как на перепуск есть щель. Если так отдвинуть, тогда тут есть хорошенький щель. Это обозначает, что давление падает, и выстрел есть гораздо слабее, чем если там было все плотненько. На этого я тоже думаю, что подрабатываю так, как у меня оно было по четкому. Баллончики я использую купленные и самодельные. Самодельные, значит, как их сделать, я просматривал некоторые видео. Там мужики уже придумали, мне особо тут думать нечего было, только надо было самому подготовить это. Спасибо мужикам, которые шевелит мозгами, придумают вещи попроще. Потому что у нас в Латвии баллончик стоит около еврика, даже в некоторых магазинах есть евро и 10 центы. Ну и есть баллоны, такого типа баллоны, есть доступны и по 50 центов. Их продают молодые парни, которые делали себе хороший бизнес насчет военной игры. Играть можно, заказаться у них, поиграть по стрелюшке, да, так как будто на войне, и сами там команду собирают, там людей 3-5 и так далее. И тогда они выдают оружие и патроны, и можно постреляться. Заправляем магазин газобаллоном и поставим шарики, оденусь, пойду постреляю. На улицу сейчас декабрь месяц, немножко снега, и градусы так на нулю, чуть выше. И к этому пострелюшками я достану. Мне там приготовлено, баночки есть и мишени на 4. Посмотрим, как мне пойдет стрельба этого пистолета.
Тут надо поставить еще винтик, чтобы нормально было закрутить этот баллон. И на перепуск там потом вечером буду кое-что придумывать, чтобы перепуска было меньше, пока я на этот, тут есть такой как крючок, поставил кембрика, вот. Смотря когда магазин защелкнутый у пистолета, тогда тут есть этот свободный ход. Сейчас этого свободного хода нету. Посмотрим. О, маленький пух был. Баллон очень хороший. Но этот магазин мне очень нравится в том, что у него не так быстро зарядишь шарики, как у MP49. Тут у меня получается, что надо по одному шарику вставлять. У меня было MP49, но этого я тоже поменял на ИШ-40 86 года. На то обзор я тоже сделаю, покажу, что я опять пришлось мне подправить, потому что тот, которому она была, нельзя сказать, что он плохо с ним обращался и плохо держал пистолет. Но тот, кому был этот пистолет, это точно, думаю, что он его бросал и кидал где попало, особо не следил. Но есть люди всякие, кому-то только просто так, а кому-то это больше, чем пистолет, скажем так. Отпустим курок, ставим на предохранитель и оденусь, пойду, тогда посмотрим, как у нас получится. Тут емкость 13 пули, сколько у нас будет позитивные попадания. Пока, до свидания и спасибо за внимание.